Ясно. Но это не повезло. На самом деле там такой оверкил дамаг был, походу, что там бы и 10 сняло точно так же. Он еще так стоял, что ты выбегаешь и сразу на разлом натыкаешься, даже если увидишь эту элитку. И вот здесь я ее увидел. Вот здесь надо было уже убегать. Я чуть запоздал. И там анимация ударов. Не, говорить про типа устал там и все такое, есть смысл, когда это действительно видно, что повлияло. Я здесь такого не вижу. То есть, сами эти по себе элитки, они бы ничего не сделали. И при этом... Эти мобы из разлома тоже бы сами по себе ничего не сделали, но вот именно в комплекте аура этого чебурека и неожиданно появившаяся огромная пачка прямо перед персом как бы сделали свое дело. Причем, обратите внимание, они начинают бить еще до того, как появились. То есть я их сейчас не вижу, вот я уже вижу, что они появляются, вот я уже развернулся. То есть я нормально среагировал, я не вижу здесь заторможенной реакции. Вот здесь вот я их еще не видел, вот они уже есть, вот я уже, вот здесь вот я уже разворачиваюсь. Вот мышка уже здесь, то есть как только они появились, я уже убегаю. Что еще мог сделать? Банки все прожаты. Я сделал все, что мог.